Капец, ну это что-то жесткое было. Пойду и куплю, наверное, другое оружие. Но он тебя не спасет. О, уже 13 нужно. И тут 13, ты прикинь. Я не пойму, это на каком уровне? Тут не написано никаких уровней. Там вроде на 10. Стоп, подожди. Это что получается, когда фейлишься? У тебя тоже их 13 нужно? Ага. У меня их 13 стало. А, ну наверное уровнем больше, тогда 13. А ты его левелап не схватил? Схватил. Странно. У меня по 13 все требует теперь. Раньше а? По... Непорядок какой-то. А, пойдем на пись сюда, какие-то. Ну сейчас я пойду возьму другое хотя бы оружие. Какое? Там нет других. Ну я автомат возьму. Я не хочу с дробовиком этим медленным. Он стрельнет, там убьет одного-двух и все. О, хилки дали. А, кстати, билетики нужно купить. Я хоть посмотрю, что это. Олег, можно скилл выбирать. Где? Нажми букву К. Ну К. Видишь, вверху раздел по центру еще не открыт. Видишь? Mm-hmm. Там есть сбоку еще такие какие-то эти хрени. Какие хрени сбоку? Смотри, у тебя как разделы, знаешь, как книжка, раздел. Mm-hmm. Вот, видишь, вверху разделы есть. Один не открытый, второй, третий открытый. Нажал на третий раздел? Олег, не молчи, меня ты пугаешь. Да, да. В третьем разделе видишь какие-то ножом нарисованы, там что-то непонятное. Вырезать, наверное. Да, второе выбирай, видишь, это, короче, можешь посмотреть даже видео, что оно будет делать. Я не думаю, что мне это надо. А как могу выбрать этот скилл? Просто нажимай на него и выбирай. Так он у меня выбран. А, все вроде бы. Ну сколько у меня денег? Да, тут какой-то рэпчик играет. Я тоже защиту сейчас выбрал, чтобы у нас у обоих была защита. Давай. Сейчас по-бырому куплю билеты какие-то. Посмотрю хоть что это. Какие вы миссии? Куда сейчас пойдем? На миссию. Ну какую? А что это за стиль какой-то охраны? Бля, тут какие-то карты. Так что, на какую миссию? На новую? Ну да. Ну вот, вот это вот. Сейчас как раз на нее куплю. Эту дрочку. Так, где она? Капец, тут столько карточек, я даже не знаю, где она. Ну ёманый насос. Оу-ля-ля. Походу это какие-то эксклюзивные карточки.
30, у тебя дробовик так называется. Ну ладно, в попу, короче, погнали. Вот это подтвердить. Ну это типа стреляет. Типа стреляет? Ну то, ребят. Куда ты миссию идешь? Хотел зомбаков? Что-то да. Долго ждем уже. Ну что так долго? Не боя. Давайте, 12 уровень. А, все, четвером нормально. Да это ж первый уровень, тем более. А, на нее нету карт. У кого нет карт? У нас? Да. Ну, там и для некоторых уровней есть карты какие-то. Нужно бы купить, посмотреть, что это. Может, это дополнительный дроп или что-то вроде этого. Они всего лишь по 10 монет, по 40 там монет. Слушай, их никто не покупал. А там они понты стоят. Нужно посмотреть, что это. Всем понятно, что это. Филиппины 벗어나기 위해서는 반드시 인근 상태를 확인해야 해요. 이 32번 도로가 가장 빠르게 바탄단 지역으로 이동할 수 있는 루트입니다. 그렇긴 하지만 여기서부터는 수년 동안 적군이 금지했던 구역이야. 에이, 저도 이거 하나 더 쓰는 거 같아. 야, 저도 побежали, 아니. 탄약 장전! 야, 나. 제장전, 업무하라! 탄약 장전! 야, 저도 막 채워 마셨어. А думаю, что это за звук такой? Не очень бодро. Ой-ой-ой. Умора. Умора? Да, они такие, умора. Умора. Не вас тут хватит. Скучновато тут. Да непонятно тут. Парень открыл дверь такая. Так, тут цель. Полностью поддерживаю тебя.
물과 전기라 잘하면 전기 통구를 만들 수 있을 것 같은데. 제장전 어머라. отойди от собой. О, нет, не работает такое. Блин, столько крипов отпускаем. О! Открываю. Че, их током ударило? Да. Он мой. А, это кислота типа. Ясно, что не вкурил, что делать. Думал, знаешь, по машине пройтись. Че, все что ли? Такой респаун быстрый. Минус одна голова. ТП. Барная стойка. Мы это все. Че за песенка такая колыбельная началась? Да я ее вырубил. Сюда бы гранатомет. Офигенная миссия. Сейчас Мурига гадит фаллибурн. Чонамдры, чембу чориаген Мурига. Это типа на... Знаешь, как на природе реально. Природе реально. Я тоже хочу пострелять. Клара! Клара! Капец, лестница. Да что такие быстрые уровни? Готов. Мой. Ханяк, чанчан. Кто там бежит, Аркадий? Ханяк, чанчан. Зарубал.
Хомяк, Джанджа. Яра. Ой. Я почти тебя догнал, Олег. А чё я на первом месте, не пойму? Первый же. О. Я пошел их обходить. Но ой-ой-ой. Прикройте меня. 10-4 устанавливаю. Ой, стекайте, махлопцы. I'll be back. Клара. Единственное одно понятное слово. Клара. Давайте, текайте, мах. Сейчас рванется. Сейчас двери нараспашку будут. Нам не сюда. Давайте, давайте, нам наверх нужно. О, мы сейчас же туда. Ну. У меня только адреналин накопился. О, вот теперь мы уже на улице. Клэр. Да, оди шлягом он болька. Красота. Окей, чакчан сонгун. Иди уса элемента анру чинипаджа. Все выполнено. Ла-ла. Вот это. Вот это. Рельсы. Капет. Какашки сейчас выпадут. О. Бледная бумага. Вот я как раз туда нажимал, на левый нижний угол. Клара, где мои Клары? Клара. Это жесть. Зачем я там? Можно поиспытывать счастье, не? Да. Клара. Я не понимаю, что они хотят? Что почему не дают за квесты там всякие приколюшки? А почему у меня уже 13 требует? Ну, потому что с уровнем, наверное. Ну, у тебя же такой же уровень. Ну, у меня тоже требует 13. А, ну тогда норм. Все. Мне чисто оружие дают. Сейчас я квест выполню. О, как раз билетики куплю. Куда пойдем? Так, квест. Клара. Клара. Эй, бомжатник. Где ты этого ученого видел? Что, все? Так, сейчас я посмотрю, на какой квест пойдем. Который еще не проходили? Ну да. О, ну вот отсюда. Вот, сейчас я возьму билетики. Лора. Вот он, билетик. Я покупаю, я не знаю, что я даже покупаю. Я сам не знаю, зачем. Я проверю, что это хоть.
за дырочи. Ну чё, понеслось. Это уровни сложности. Все, понял. Капец, 4 звезды там уже бывают. Там, наверное, такая жопа. Билетики сейчас не проканают. Капец, что дает 3 секунды, я даже не успел было. Куда на этот раз? Да, тип целый день сегодня задротничает. Уже 700 осталось. Давай, нажимай. Фуа. Это еще что за хрень? Блин, я уже жду не дождусь 12 уровня или какого там. С гранатометом там походить. Сосонда. Что-то патронов много, да? Не простреливаться уже. Бумага. Я экономить не умею. 경보 때문에 우리의 존재가 노출된 것 같다. 놈들이 곧 몰려오겠는데. 방어 시스템은 일단 정지시켰는데 외부는 알아서 처리해야 할 것 같다. 나오겠다. 주변에 제어 장치가 있을 거다. 그걸 찾아서 꺼야 한다. 다들 찾아봐, 어서. Извините, вот вырубаю. Ого, что-то нажать. Сигнал какой-то. Трупы так летают прикольно. А, вон починка, Олег. Может, там патронов можно взять? А, патронов мало. Экономия. Мы пришли давно. Патронов больше стало? Да пошел! Патронов больше, Олег? Ну да. Все равно 160. Да, он куда-то убежал. О! Кушме! О, красавцы! Ой-ой-ой! Нужно рычаг опустить. Я сделаю.
А, нет, это зомби дверь. Я думал, это наебалово. Нажали на дверь, все, ничего не произошло. Хачабуджагу. У них такой классный язык. Хачабуджагу. Чагу-чагу. Здесь тоже маченгазия. Ильдан, кёжунамёсо, танчуэ пиуан тренэн вахбуагетта. Аня, чангжун! Аня, чангжун! Чейчангжун, омуара! Омуай! 모든 시설이 정지되어 있는 것 같은데, 작동이 될지 모르겠구만. Ильдан, ёльё фонатэнкэ, дельбумута ёроэгэнна. Ну типа в полёте вывалил. Аня, чангжун! Ёльё форабы скинул такая, ёгель чекай анда. Нет, он музыка не нравится. Где тут боезапасы пополняют? Вот здесь есть. Что-то музыка заиграла, а никого нет. Ёльё чунжунгкади кыннасыл кода. Ёльё пумбру кадушке. Хэдшот. Чейчангжун, омуара! Пумбру кадушкинда! Ой, спасайте меня! Что-то вы куда-то, парни, ушли. Амора! Олег сзади там тебя бьет. О, на Г фонарик включает. Ой, да что тут граната летает? Исчезли. И куда нам? Альпатим, сугуэта. Танчу членов покупки. Моду кемпро тора гадягу. Все. Сугуэта. Все будет сугуэта. Вот это. Разобрали самые офигенные карты? Да с рельсами. Туалетная бумага сейчас мне. Есть! Смотри, что у меня. Пистолет? Да. Вообще тема для 5 уровня, вообще класс. Мы чисто топовые. Рельс, ёлки. Парням не повезло. Им рельсы. Да, пистолет еще пока не могу втаскивать. На 5 уровне. Ну, на лето что-то.